26 лет прошло, господи. Ой, мы же уже не надеялись, 26 лет, мы же школу закончить успели, универ, завести семью, сменить несколько работ, и тут бац, словно привет из далекого-далекого детства, компания Sega вместе с разрабами из Guard Crash Games анонсировали выход 4-й части культовой серии Streets of Rage. Стоит ли говорить, насколько сильно это удивило и обрадовало фанатов серии? Хотя, конечно, оглядываясь на не совсем удачные камбэки иных старых серий, да. Признаться, были у нас кое-какие опасения, да и что говорить, до сих пор есть. Хоть вроде уже и трейлеры всякие видели, и презентации. Но справедливости ради, анонс игры случился все же не 26 лет спустя, а всего 24. В августе 2018-го независимые разработчики Lizard Cube и Guard Crash Games анонсировали первый трейлер. Да, какие-то попытки оживить серию были и раньше, но, к сожалению или к счастью, успехом, как мы можем это дело наблюдать, они не увенчались. Предпринимались они и во времена Сатурна, и Дримкаста, и позже даже. Ну и давайте с места да в карьер. Если не брать во внимание пропорции некоторых главных героев, а их тут, если ничего не изменится, будет не меньше 5, арт-дизайн выполнен грамотно. Это и с одной стороны осовремененная, сочная графика, стилизованная под такой, типа комикс, а с другой огромная дань олдскулу. По сюжету что-то конкретное сказать пока сложно. Достоверно известно лишь то, что новые события развернутся спустя 10 лет после событий Streets of Rage 3. Как уже сказали, вроде как точно. Обожаю такие формулировки. Будет 5 героев. Как уже знакомые нам, так и новые. Ну, какие-то там родственники героев прошлых частей и тому подобное. В общем, это Аксель Стоун, Блейз Филдинг, Черри Хантер, Адам Хантер и Джакс. В смысле, Флойд и Райя. А вот про геймплей у нас инфы чуть-чуть поболее. На первый взгляд, такое очучение, что ничего не изменилось, вплоть до звуковых эффектов. Словно как бы и не было этих 24-26 лет. Из нового, судя по геймплейным трейлерам, нам досталась система джаглов, позаимствованная у файтингов, благодаря которой можно нанести цепочку ударов по противнику, подброшенному в воздух. Еще многие заметили, что в эпизоде Махача в лифте можно сбрасывать вражин вниз, но позвольте, поправьте нас, если мы ошибаемся, но разве этого всего не было в старых частях? Впрочем, даже не важно, было или не было, все это мелочевка. В общем и целом, игра выглядит очень олдскульненько и приятно. Однако, вы ж знаете, нашему брату-геймеру вообще ничем не угодишь. Теперь окрестный люд жалуется, что у разрабов нет фантазии, ведь они ж ничего кардинально нового не принесли в игру. Ну, блин. Ой, даже добавить нечего. Сделаешь все по-модному, как в Battletoads, говно. Сделаешь по-старому, говно. Так и живем. Уровни, если судить опять же по тем же трейлерам, прямолинейны. Никаких развилок, ничего такого. Ну, сами судите. А с другой стороны, надо ли оно нам вообще эти развилки и прочее в битэмапе? Вроде как еще и интерактивность хромает. Особо никак наши главные герои с окружением, дескать, не взаимодействуют. Ну, по крайней мере, так могло показаться из роликов. И вот это уже, если это действительно так, можно отнести к минусам. Ведь все-таки 2020 год. Даже никому неизвестные индюхи, состряпанные на коленке, могут в этом плане такое порой выдавать. А тут... Ну, хотя опять же... Это же не точно! Зато очень крутые задники. Тут и вывески какие-то мигают, и дядечка вот сидит в уличном ресторанчике, употребляет что-то вкусное, наверное, никак вообще не реагируя на мордобой за спиной. Мелочь вроде бы, а приятно, глаз радуется. Правый, левый, по очереди. И очень здорово, что Юдза Касира и Матахира Кавасима вновь присоединились к команде и вновь работают над саундтреком. Ведь музыка была одной из визитных карточек серии, разве не так? Ну, в общем-то, вот. В отличие от тех же боевых жаб, ролик о которых мы тоже делали, ссылка вот тут, новую Streets of Rage мы очень ждем. И скорее всего поиграем в нее на стримах нашего канала. Кстати, между
между делом. Как вы смотрите на то, чтобы мы прошли на стримах первые три игры серии? Пишите в комменты. Если интересно, пройдем. Пишите также, что вообще думаете о перезапуске. Ждете его или нет? Что больше ждете, улицы ярости или жаб? А на сегодня мы заканчиваем. Надеемся, вы не забыли поставить лайк и подписаться, ведь впереди еще больше крутых роликов. И как всегда, всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч в новых видео.